А мы сегодня с мужем едем на шопинг. Вчера, в общем, мы гуляли, у нас была вечеринка. Мы занимаемся спортом. И он похудел на 23 килограмма. Смотрите, хочу показать красоту. На горах, на вершинах гор лежит снег. Вообще у нас говорят, вот когда снег растает с вершин гор, вот тогда и будет потепление, то есть и начнется вот жара, да, как обычно, пока лежит снег, значит, вот будут вот такие вот морозные холода. И еще у нас большое количество, я очень люблю кататься на сноуборде, на лыжах, обязательно как-то съездим, есть большое количество таких мест. Мы приехали в Найки. Сегодня воскресенье, а здесь всегда бывают скидки. И неудачно очередь, потому что внутрь не пускают больше скольки-то человек, ну, в связи с вирусом. И, в общем, приходится ждать на улице. Вообще, мы приехали сюда, чтобы заменить обувь мужа. Он купил туфли, в общем, не была проблема, а мы их назад сдали. И как не посмотреть обувь для малыша. Смотрите, мне понравились вот эти мокасины. Они простые и очень удобные. И цена у них хорошая. Всего 400 лир. Вообще, это стенд, все, что со скидкой в 30%. Ну, здесь, если полазить, можно найти. Есть вот такие. Но я больше обращаю внимание именно на какую-то цветную такую обувь. Все, что приятно мне для глаз, да? И, конечно, мне больше понравились туфли, на которых нету скидок. Мы давно на них смотрим. Давно хотим Таиланду именно такие взять. В этом году мы ему взяли высокие ботинки, но не Nike. Такого плана еще есть тоже, кстати, очень дешевый. Under Armour мы ему взяли в этом году. А здесь есть Air Technology, очень красивый. В общем, я хочу сказать, что сегодня, как ни странно, обычно детского выбора, ну, совсем нет чего-то интересного. А сегодня довольно-таки много интересного можно выбрать. Но людей здесь целыми семьями, люди, то есть вот, купаются на всю семью. Он тоже, да, интересный. Если вам нравится эта фирма, то я советую вам именно сюда. Здесь вы возьмете, в любом случае, здесь вы возьмете дешевле, нежели в каком-то другом торговом центре, в магазине Nike. Вот про эти я вам говорила. И, конечно, мне вот эти нравятся. Но они больше, знаете, похожи на Skechers, как вспомню. Это все то, что без скидки. А вот эти, смотрите, они такие интересные. А вот этот пластик. Ну, мне кажется, ребенку пластик на пятке, ну, будут проблемы. Я бы их не взяла. Вот поэтому, когда я хожу, всегда полупустые центры. Мне нравится. В воскресенье большое количество народу. В общем-то, все в торговых центрах. С детьми, семьями. И вы знаете, муж хотел бы поесть, но наверху совершенно нет места, где можно сесть. Это торговый центр Агора. Но судя по тому, сколько машин и что негде даже припарковаться, парковки все заняты. Вы знаете, в следующий раз сюда съездим. Даже останавливаться не будем и не будем ходить по торговому центру, ничего страшного. Я выберу любой другой день, когда можно погулять по торговым центрам и в более спокойной обстановке. Да? Это метро, где вы можете закупить продукты оптом. В основном вот некоторые люди закупаются и считают, что здесь дешевле, чем везде. Я бы не сказала, что здесь цены слишком низко, как ниже, чем в каком-либо другом месте. И вообще метро чем хорошо? Тем, у кого есть фирма. Потому что вот потом вам вот эти налоги, здесь берется еще налог на кассе, а вот этот налог вам потом возвращается. То есть, если у вас есть фирма, то вам быть.